Пропал без вести. В Чебоксарах разыскивают подростка. В феврале этого года Дмитрий Нелюбовский ушел из общежития Вурнарского сельхозтехникума и не вернулся. До сих пор его местонахождение неизвестно. На вид ему 15-16 лет, рост 160 сантиметров, худощавого телосложения. Волосы светлые, короткие. Был одет в светло-синюю куртку и в спортивные брюки. Если вы что-то знаете о местонахождении пропавшего, сообщите по телефону, указанному на вашем экране.